Областные депутаты придумывают все новые и новые способы выкачивать деньги из карманов граждан. Увеличивая тарифы, вводя новые налоги и сборы, урезая льготы и субсидии. Чтобы это остановить, нужно прийти на выборы и проголосовать за кандидатов от «Справедливой России». Потому что каждый из них подписал контракт, что в первую очередь проголосует за отмену взносов на капитальный ремонт и транспортного налога, за снижение ОДН и повышение субсидий на оплату услуг ЖКХ малоимущим, за возврат льгот ветеранам и установление регионального статуса детям войны, за сокращение числа чиновников и увеличение поддержки села и малого бизнеса. Они отняли, мы вернем. Партия «Справедливая Россия».